добра. Осторожно. А он, видишь, почвок. Ну, позже пойдем мы на почву. Не, не хочешь? То попадем на рыбок. Там есть золотые рыбки, червоные рыбки, зеленые рыбки. Так, что ж мы тут мамы? Вон мы дошли. До запруды. Зубач. Девчинка, она ведь кормит их. Зуба, а то качки. Давай, давай, Миренька, и чимись. Зобач, видишь ты? Червоные рыбки. Так они подходят близко. Подобайся. А все ж тебе покажи там. Так и таймничий кулка. Хоть покажи таймничий кулка. Бо ты ведь слонечка на глубке. Зараз я покажу кулк. Вот он, где мы. Зараз. А, вот кулка. Зобач. Стой, видишь? Видишь кулка?
Видишь? Белые такие. Да? Зараз вот видишь, скотина, и они там ховаются от слонечка. Ну, после. После. Видишь, без капелюша не должен. Ну и мушек тут скоро. Ну, вот так и запруда. Кто? Ну белки рвали себе и тут посрывали кучу. Конечно. Ну это люди. Вот. Они сами подают. Может, убей? Не, ну мы, они бы... Утекли. На лёды. У них лёды на первом месте. Приоритет. Мы, когда ты всё полностью это, то мы в августе себе купим когда-нибудь лёды. Обязательно. Но это уже целый, так сказать, в этом году ни разу. Но по понятным причинам. Не, ну то, кто бы так, на жёндах, где мы тут. Деловая, та свинка. Яичко. Не, это орехи. Да. Ну тут тоже он орехи, видишь? А тут что-то было. Может это. Нет, нормально. Единственное, что мы идем по тропинке сегодня. И потом там выйдем. Какие здоровые деревья, видишь? А, скворечник приделали. Скворечник. А почему скворечник назвали? А как? Ну просто это. А слово скворцы. Скворцы, так что только для скворцов. Ну да, тут такие. Я, может, даже тут в парку так трохи упально. Только что тень. Пташки сейчас навалом еды. Какой же воздух. Вот эта кобета, она с узким где-то сюда уходит. И тут сидит. Слышишь, давай так помыслим. Я боюсь, что там опять вниз. То идем вот тут, то сюда, идем сюда. И что? Ну идем, идем. Ты же говорила, что еще хоть погулять, но я не в смысле прогулки. А в смысле просто. Вот и знаешь, серпантин. Хиба я нашел дорогу. Вот. Так, або так.
где мы так? Так обета мощная, она так взяла коляску, все это раз, на гору. Она молодая, у нее две дочки. Саму тут проводят. У нее есть силы. Она этот вузик с малым на гору затащит без жадных. Вот я ему уже было там пойти. Ну где мы, пока не поздно. Где мы? Вот тут опять куда-нибудь. Ну, тут в конце нет, тут сразу. Добрый. Вот тут иди. Не, по траве не люблю ходить. Не. У этих опять клещей наберешься. Мне. Вот на этой лавке я вчера и села. А я пошел по той дороге. Ну, я тебя не встретила. Я сейчас пойдем по моей, увидишь. Хотя по моей там солнце, лучше идти по этой. Вон дорога, видишь? Я думал. Вот. И идешь. Я вот тут сидела. И потом пошла. Ну вот слышишь, вот так я прошел. Я пошла под домами. Вот тут. Ну вот тут я и шел. Ну что, идем тут или там? Под домами идем. Ну там солнце, а тут кусочек. Ну вот. Вот так выйдем. Посиди, молодцы. Ну как хочешь. Посиди, отдохни. Смотри, какое оно. Как Пизанская башня. Когда-нибудь выбрутится. Все около этих лавок, такие деревья.